Пользуясь моментом, Ильхам Геннадьевич, хотел бы поблагодарить за то внимание, которое вы оказываете в масштабах российско-азербайджанских отношений к нашей республике. Особо мы это очень высоко ценим. И, конечно же, гордимся, что вот состоялся такой государственный визит нашего президента. Очень хорошо его транслировали. Ну и то, что вот вы недавно были, поздравляли нашего руководителя, и много деловых вопросов. Ну и вот этот БРИКС нам доверили, то, что вот вы нашли время, приехали. Большая честь. И если позволите, есть некоторые вопросы, по которым мы хотели бы доложить наработки, которые с коллегами ведем. Спасибо, Руслан Галиевич. Рад снова быть на братской земле. В первую очередь хотел бы поздравить вас и всех жителей Республики Татарстан с этим знаменательным событием проведения саммита БРИКС, а также БРИКС+. В Татарстане это знак особого отношения руководства Российской Федерации к Республике, к вам лично, к гражданам Татарстана. И также показатель того потенциала, которого Татарстан добился под вашим руководством, потому что проведение такого масштабного мероприятия требует, конечно, наличия ресурсов, инфраструктуры, в том числе и гостиничной, и для проведения мероприятий, для проведения двусторонних встреч глав государств. Поэтому от души их поздравляю заранее. Уверен, что пройдет все на самом высоком уровне. Ну и, конечно, отношения между Татарстаном и Азербайджаном – это важная часть межгосударственных отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном. Как вы отметили, президент Российской Федерации совершил государственный визит в августе этого года в Азербайджан. После этого мы встречались, что динамика двусторонних отношений очень впечатляющая, в том числе и в двустороннем формате Татарстан-Азербайджан. Поэтому сегодня обсудим. Наши товарищи тоже приехали, подготовленные к нашей встрече. И думаю, что в ближайшее время увидим хорошие результаты. Пользуясь случаем, еще раз хочу вас поздравить и пригласить посетить Азербайджан в любое для вас удобное время. И по деловым, и туристические имели возможности оценить, конечно, очень были поражены, насколько такие мирового уровня комплексы. Ну, я уж не говорю Баку. Баку – это для нас некий пример, где мы берем опыт, как надо организовать работу. А вот туристический центр горнолыжный, который посетили, мы, конечно, были очень поражены. Вам большое спасибо. Уезжать как раз сезон начинается. Сейчас уже снег выпал, кстати. Уже первый снег выпал. Да, так что мы ваши поклонники. Спасибо. Спасибо. Это такой сюрприз. Сюрприз в самолете я узнал. Спасибо. Указом правительства Республики Татарстан за значительный вклад в развитие сотрудничества между Республикой Татарстан и Азербайджанской Республикой, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами. Орденом Дуслой награжден. И есть компания «Жайсулерс», которая знаем, работает. Да, там есть хороший человек, который вы воспитали. Да. И эти автомобили мы просили в самые нужные места. Спасибо. Сегодня есть. Спасибо. Да, вот мы спасибо. Рустам Галиевич, за такую высокую награду. Для меня на самом деле большой сюрприз. Я узнал об этом, когда уже подлетал. Казани и большая честь быть награжденным высоким орденом Республики Татарстан. Еще раз благодарю от имени всего азербайджанского народа, от себя. Я вспоминал как раз, когда летел ваш последний визит в Азербайджан и в Баку, когда вы участвовали в празднике Сабантуй вместе с татарской общественностью Азербайджана и в Джабраиле, и в Зангилане. И спасибо за подарок. Мы его отправим как раз
в те регионы, где вы там побывали, в Зангелан, Джабраил, где они больше всего нужны. Да. Еще раз благодарю за эту награду.